В рамках государственной программы профилактики возрастных патологий и ускоренного старения, созданной по указу президента России, специалисты Центра ревитализации и здоровья совместно с учеными из Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии создали уникальные препараты на основе пептидов для комплексного восстановления головного мозга после травм и инсульта. Основная задача – полное восстановление функций головного мозга и возвращение пациентов к полноценной жизни. В первую очередь перенесенный инсульт, черепно-мозговые травмы, энцефалопатии, связанные ишемические, например, да, связанные с развитием атеросклероза у людей пожилого возраста, особенно к весне, когда напряжение возрастает в целом всех систем организма, что нарушается память, нарушается концентрация внимания, вот такие вот функции, человек не может сосредоточиться на чем-то. Именно при таких нарушениях на помощь придут препараты, разработанные на основе пептидов, которые способны оживить мозг и улучшить качество жизни больных, перенесших инсульт, восстановить память и нормализовать функции центральной нервной системы. Вы знаете, что у больных с инсультами выпадает часть функций. Не всегда эти функции восстанавливаются, но в то же время, вот в первые несколько суток, если мы назначаем пептиды мозговой ткани и сосудистые пептиды, мы ускоряем реабилитацию и улучшаем отдаленные результаты. То есть речь идет о, скажем так, более полном восстановлении таких больных. Поэтому, безусловно, это приоритетные препараты как в профилактике инсульта, так и в реабилитации уже инсультных больных. Специалисты утверждают, эффективность уникальных препаратов на основе пептидов подтверждена более чем 30-летними клиническими испытаниями. А в январе этого года директору Института геронтологии Владимиру Ховинсону президент России вручил орден за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу. Приобрести препараты на основе пептидов для восстановления функций головного мозга теперь можно и в Бердске. Приходите в филиал Центра ревитализации и здоровья. Отделение номер 403 по адресу город Бердск, улица Карла Маркса, 33, бизнес-центр «Успех». Все вопросы по телефону 8 996 380 10 23.